Дорогие нижегородцы, очень хочется, чтобы сегодня каждый из нас почувствовал, что День города – это личный праздник, потому что Нижний Новгород – это мы с вами. Мы вместе развиваем город, несмотря на все трудности, сохраняем его историческое наследие. Мы создаем такой облик, какой хотим передать нашим детям и внукам. В этот праздник я хочу пожелать всем нам, нашему городу, процветания, мира и добра. С праздником!